Два соседних особняка в коттеджном поселке на окраине Манилы пестрят рождественскими огнями. Но в отличие от соседских домов, они открыты для посещения широкой публики. Сюда съезжаются туристы из самых отдаленных провинций. В день около 1000. Я никогда не видела столько огней в одном месте. За всю свою жизнь. Смотрю вокруг и кажется, что я в другом пространстве. Здесь настоящее Рождество. Хозяева этих домов – местные бизнесмены-филантропы Александр Круз и Рик Вильяноева. Круз рассказывает, что вырос в бедной семье. Став успешным бизнесменом, он решил дарить рождественское настроение всем людям. Главная цель – создать дух Рождества, счастья, сопричастия, вдохновить всех посетить наш рождественский дом в Каинте и ощутить радость рождественского сезона. Около 500 000 разноцветных огней покрывают каждый сантиметр. Переливаются крыша, стены, двери, забор и даже деревья. Сотни тысяч селфи разлетаются по друзьям и знакомым. Круз стоимости праздника не раскрывает. Вильяноева, говорит, потратил 44 тысячи долларов. Имея столько благословения, я чувствую, что должен поделиться этим. Я обожаю рождественскую иллюминацию, рождественские украшения. Хотелось подарить людям радость в канун Рождества. Двери праздничных домов открыты ежедневно с 6 вечера до полуночи. Такой праздник организуют уже 5 лет подряд.